твоей жизни грядут перемены. Сегодня мы хотим сказать тебе, что понимаем, как на твоем пути ты сталкиваешься с препятствиями, барьерами, которые кажутся непреодолимыми и мешают тебе двигаться к полноте и реализации своего истинного потенциала. Эти блокировки, хотя могут казаться непроходимыми, на самом деле являются лишь иллюзиями, созданными твоим разумом и сердцем. Самонаведенные ограничения мешают тебе испытывать полноту Вселенной и красоту жизни. Освободись от этих невидимых цепей. Позволь себе отпустить все, что удерживает тебя в прошлом, и что мешает тебе принять настоящее с благодарностью и принятием. Признай, что каждый вызов, каждая неудобная ситуация, с которой ты сталкиваешься, это возможность для обучения и роста. Не бойся неизвестности, потому что именно в темноте рождается самый яркий свет. Внимательно наблюдай за всем, что происходит вокруг тебя. Каждое взаимодействие, каждый опыт, разделенный с окружающими, каждая встреча – это сигнал, возможность для размышлений и трансформации. Не недооценивай силу человеческих отношений, ведь через них Вселенная преподносит тебе уроки, необходимые для духовного развития. Важно обращать внимание на знаки, которые тебе посылает Вселенная, и на возможности, замаскированные под вызовы. Прими с благодарностью все, что жизнь тебе предлагает, даже если это трудно понять или болезненно пережить. Помни, что в каждой, даже самой болезненной, ситуации содержится семя трансформации и возрождения, которое тебе нужно. Не бойся встречаться с твоими страхами и самыми глубокими неуверенностями, позволь нам сопровождать тебя в этом процессе самопознания и внутреннего исцеления. Поверь, что у тебя есть сила преодолеть любые преграды и превзойти любые ограничения. Ты – существо света, дитя Вселенной, предназначенное сиять во всей своей славе. Помни, что изменения начинаются внутри тебя, в твоем сердце и разуме. Освободись от всего, что мешает быть тем, кем ты действительно являешься, кем тебе суждено быть. Доверься процессу трансформации, мудрости Вселенной, которая ведет тебя на каждом шагу пути. Ты не одинок в этом путешествии. Ангелы, существа света, которые тебя окружают, здесь, чтобы поддержать и направить тебя на пути к полноте и реализации. Открой свое сердце их любви и свету и позволь им быть твоими союзниками на этом пути к свободе и счастью. Встречай каждый вызов с мужеством и решимостью, не сдавайся перед лицом трудностей, потому что в тебе есть сила преодолеть любые преграды и достичь своих самых больших мечтаний и устремлений. Верь в себя и свою внутреннюю силу. И никогда не недооценивай преобразующую силу любви и света, которая живет в тебе. Пусть эти слова не будут напрасными. Пусть они будут напоминанием о том, что всегда есть свет в конце туннеля и возможность для перемен. Сегодня Архангел Михаил приносит тебе то, что тебе нужно. Ты ищешь в неправильных местах и продолжаешь поведение, которое тебе не приносит пользы. Я понимаю, что ты чувствуешь себя уязвленным и думаешь, что каким-то образом терпишь неудачу, но хочу помочь тебе увидеть правду. Часто ты ищешь у других то, что должен дать себе сам. Ты цепляешься за надежду получить внешнее одобрение и любовь, хотя на самом деле обладаешь способностью дарить себе все, что тебе нужно. Твои прошлые опыты отражают эту тенденцию, показывая, как зависимость от внешнего подтверждения приводит только к неудовлетворенности и боли. Нечестность с самим собой – это форма самообмана, которая мешает тебе распознать свои истинные потребности. Поэтому ты иногда чувствуешь себя потерянным, не зная, что тебе действительно нужно, и ищешь ответы не в тех местах. Этот постоянный поиск во внешнем мире только уводит тебя дальше от твоего истинного «я» и от той полноты, к которой ты стремишься.
Когда ты постоянно ищешь одобрение у других, ты передаешь свое благополучие в чужие руки, ожидая, что они дадут тебе то, что ты можешь дать себе сам. Это как требовать от других то, что им не принадлежит, и это только усиливает твои страдания и замешательства. Я помогу тебе изменить фокус и начать искать внутри себя ответы и удовлетворение, которые ты ищешь. Пришло время прекратить зависеть от внешнего подтверждения и начать доверять своей внутренней мудрости. Прими, что ты достоин любви и одобрения, независимо от того, что думают или чувствуют другие. Пора открыть свое сердце и позволить себе принять надвигающиеся изменения. Подготовься оставить старые убеждения и модели поведения, которые больше не служат тебе, и сосредоточься на том, что действительно важно, а на своем личном росте и связи с душой. Не упусти эту возможность и продолжай искать в правильном месте. Обними перемены с мужеством и решимостью, и верь, что, найдя правильное место, ты найдешь все, что нужно для процветания и роста. Обещаю оставаться рядом и помогать тебе в этом процессе изменений, через которые ты проходишь. Повтори это мощное утверждение: «Я принимаю все хорошее, что приходит. Я благодарю за перемены, которые переместят меня в лучшее место». Повтори это несколько раз, ощущая силу этих слов: «Я принимаю все хорошее, что приходит. Я благодарю за перемены, которые переместят меня в лучшее место». Пусть так будет, и так оно и есть. Пожалуйста, ответь на этот вопрос. Дорогой, ты предпочитаешь оставаться на месте или примешь перемены, которые уже идут в твою жизнь? Оставь свой ответ в комментариях и иди навстречу всему, что начинает приходить. Подпишись на канал и поделись этим сообщением с двумя важными для тебя людьми. Отправляю большой светлый обнем. До следующего сообщения. Спасибо, спасибо, спасибо.